По Туле курсирует Дед Морозобус. Ярко-красный ретро-автомобиль, украшенный гирляндами и еловыми ветвями, путешествует по центральным улицам. Среди пассажиров целый оркестр новогодних волшебников и, конечно, юные туляки. Во время поездки музыканты исполняют праздничную музыку и дарят гостинцы зрителям. Планируется, что так называемый Дед Морозобус продолжит радовать горожан до 5 января. За это время на нем прокатится порядка 100 детей. Мы ездили в Новый год! Поэтому все рассказать невозможно. Это много интересного. Дети веселые, активные, а родители еще даже активнее детей. Что пожелаем? Всего самого хорошего, а главное – здоровья. Чтобы никто не болел.